Привет! Прямо сейчас я нахожусь здесь, в Минске, на Домбровской, 15. Но уже завтра компания «АвтоСтронг» 24 августа начнет подготовку к выставке «МИМС Автомеханика 2019», которая будет проходить в Москве с 26 августа. Так что приглашаем всех наших партнеров и, соответственно, будущих партнеров посетить наш отличный стенд. Встретимся на выставке 26 августа. А прямо сейчас мы разберем суперпопулярный и долгожданный автомат Айсин. Японская компания Айсин разработала пятиступенчатую АКПП AW55-50SN в 1999 году. Эта КПП была создана для того, чтобы устанавливать ее на автомобили с объемом двигателя от 1,8 до 3,5 литров с передним и полным приводом. Она широко применялась на всем модельном ряду Volvo с двигателями от 1,8 до 2,5 литра, даже с турбированными. Также эту коробку закупал GM и ставил ее на автомобили марок Opel, Chevrolet, Saturn, Pontiac. Также эту АКПП получили некоторые модели Nissan для североамериканского рынка. Также эта коробка устанавливалась на Renault Laguna, Renault Avantime, Renault Velsatis, а также на Renault Espace с моторами 2.0 Turbo и даже V6. Также Айсин ставился на Lancia Tesis, Alfa Romeo 166, Suzuki XL7, а также на Ford Kuga с вольвовским двигателем 2.5 Turbo. По-моему, мы забыли про Saab. На автомобилях разных марок эта коробка имеет разный индекс. Оригинальный индекс AW55-50SN на Volvo. Мы будем разбирать АКПП Айсин с Volvo S40 1.8 с пробегом 215 тысяч километров. У разных автопроизводителей АКПП Айсин отличается софтом и логикой управления. Также существует 8 невзаимозаменяемых вариантов гидроблока. Вообще, эта коробка в паре с 5-цилиндровыми двигателями Volvo умеет переключаться в нейтраль для экономии топлива. Но эта функция так себе, потому что она доканывает гидроблок и соленоиды. Автонейтраль начали отключать. Первыми сдались шведские инженеры, и они дали возможность дилеру отключать эту функцию программно. А вот дилерам компании Renault такой возможности не дали. И умельцы придумали реле, чтобы отключать автонейтраль. В корпусе этой коробки находится главная передача, затем в самой КПП три планетарки, 8 клапанов соленоидов, потом 7 комплектов сцепления, одна тормозная лента и 2 муфты свободного хода. Гидротрансформатор этой коробки умеет блокироваться уже на второй передаче. Кроме того, этот автомат использует управляемое проскальзывание блокировочной муфты, что повышает КПД АКПП, а также делает отклики на газ более линейными и быстрыми. Фрикционная накладка муфты гидротрансформатора имеет графитовое покрытие. Со временем фрикционы изнашиваются, и графитовая пыль засоряет трансмиссионное масло. В процессе эксплуатации коробки автомобиля эта графитовая пыль засоряет все трансмиссионное масло. До 2003 года коробки Айсин массово выходили из строя. Графитовая пыль выгрызала и забивала канал гидроблока. Это приводило к пинкам и ударам. Гидротрансформатор ходит около 200 тысяч километров. Затем его надо обновить, чтобы продукты его критического износа не убили гидроблок коробки. Ну что, вводная часть закончена. Итак, встречаем человек-автомат АвтоСтронга. Серега! Привет! Большинство поломок КПП Айсин AW55 связаны именно вот с этим гидроблоком. И случается это при пробеге до 200 тысяч километров. До 2005 года гидроблоки были крайне неудачны. И было по минимум 2 ревизии этих гидроблоков. Ранние варианты были очень чувствительны к загрязнению трансмиссионной жидкости и имели неудачную протекающую конструкцию крышки единственной тормозной ленты.
Иногда старые гидроплиты удавалось оживить очисткой от графитовых отложений. Старение гидравлической части АКПП проявляется в износе либо засорении гидравлических каналов. Возможен даже пробой этих каналов и перетекание жидкости между ними. Изнашиваются плунжеры коробки, изнашиваются плунжеры и втулки соленоидов. Также ослабевают их пружины, и это приводит к подклиниванию и неправильному управляющему давлению масла. Если управляющая электроника видит отклонение в качестве и скорости переключения передач, то она увеличивает управляющее давление, что приводит к рывкам и пинкам. Как правило, в рывках и пинках виноват один из вот этих трех линейных соленоидов, но если блок не сильно загрязнен и изношен. Естественно, можно поменять неисправный соленоид на новый. Также можно отремонтировать весь гидроблок. Также можно отремонтировать каждый соленоид по отдельности. Но после этого нужна будет калибровка на специальном стенде. И добавим, что новый гидроблок стоит $600. Только что Сергей снял заднюю крышку, и мы видим входной вал коробки. Через вот эти порты подается давление, которое удерживается вот этими тефлоновыми кольцами. Обратим внимание, что здесь находится сварной шов. И при больших пробегах и скачках давления этот шов может просто треснуть. Это задний планетарный редуктор. Вот это солнечная шестерня. Обратим внимание, что здесь стоят две бронзовые втулки. При больших пробегах, загрязнении масла, большом износе эти втулки задирает и проворачивает. Напомним, что фрикционы – это маленькие диски сцепления. В данном случае у нас фрикционы в идеальном состоянии. Также в идеальном состоянии и стальные диски. Напомним, что пробег у коробки 216 тысяч километров. Вот второй планетарный редуктор, только солнышко у него вот здесь. В коробке есть вот такой барабан. Помимо того, что он является корпусом сцепления, коробка его еще умеет останавливать при помощи тормозной ленты. С лентой все просто. Она находится на барабане, поршень сдавливает, и лента тормозит барабан. Это все надо для того, чтобы включалась третья передача. В данном случае у нас лента в идеальном состоянии. Все внимание вот сюда. Здесь находится фильтр. Служит он весь срок службы коробки. И как вы видите, чтобы до него добраться, нужно разобрать всю коробку. Фильтр служит долго, потому что он грубой очистки. Там просто установлена металлическая сетка. То есть мелких частиц он не отфильтровывает. Коробка у нас маленькая, переднеприводная, поэтому встречаются вот такие компактные модульные решения. То есть вот это маслонасос, а вот это два комплекта сцепления. Это хаб, который передает крутящий момент. И еще один комплект сцепления у нас в идеальном состоянии. Посмотрите, на фрикционах даже видна гравировка. Классическая ситуация. Маслонасос стоит на гидротрансформаторе. Когда мы заводим машину, гидротрансформатор начинает крутиться, и маслонасос начинает качать масло. Маслонасос у нас в идеальном состоянии. При износе вот эта втулка засоряется, задирается, и ее может провернуть. Но в данном случае у нас все идеально.
А сейчас мы вам покажем, что происходит в автоматической коробке Aisin, когда вы включаете паркинг. Вот эта собачка блокирует промежуточные шестерни. Промежуточная шестерня блокирует дифференциал, и колеса не вращаются. То есть вся масса машины, когда вы на паркинге, висит на вот этой вот собачке. Вот все три планетарных редуктора данной трансмиссии. Это планетарный редуктор 4 и 5 передачи. Это планетарный редуктор 1 и 2 передачи и заднего хода. А это задний планетарный редуктор. Не перепутайте. С планетарками мы закончили. Коробка у нас в идеальном состоянии, мы ее только что полностью разобрали. А вот Сергей сказал, что бублику жопа. Почему? Потому что мы разобрали фильтр и увидели вот эту бумагу. Сергей, чем забит этот фильтр? Он забит продуктами износа трансформатора. Поподробнее. С большими пробегами фрикционная муфта гидротрансформатора изнашивается, расслаивается и попадает прямиком в фильтр. Резюмируем. Данная коробка у нас была в отличном состоянии. То есть все детали здесь реально как новые. Хоть ты бери их сейчас и неси в магазин новых запчастей. Ну а вообще в данной автоматической коробке две ахиллесовых пяты. То есть это гидротрансформатор и это гидроблок. Если вы хотите знать о моторах, коробках и других запчастях все, обязательно подпишитесь на наш канал, заходите в наши соцсети, заходите на наш сайт, покупайте у нас отличные запчасти, приходите к нам на выставку с 26 августа MIMS 2019 и помните, что с вами всегда была, есть и будет компания «АвтоСтронг».